Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Я встретил уважаемого шейха Захира Махмуда в Мекке. Он сейчас сделает насихат вам. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, братья и сестры. Альхамдулиллях, я здесь с моим дорогим братом в хадже. Мы в Мекке, это удивительное место. Здесь вся община собирается вместе. Пречист Аллах, как единая община. Прошу Всевышнего Пречистого Аллаха, чтобы он дал всем моим братьям и сестрам в России возможность посетить его священный дом, Каабу. Пусть Аллах, Пречист он Всевышний, даст нам возможность жить по исламу. Однажды к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, пришел человек, говорит: «О посланник Аллаха, дай мне такое наставление, которого мне будет достаточно, после которого мне не нужно будет другого наставления». И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Скажи, я уверовал в Аллаха с твердой убежденностью, и после этого придерживайся прямоты, будь тверд в этом, на этой вере. Да воздаст вам Аллах благом, пусть Аллах объединит нас в этой жизни и воссоединит в высшем раю. Благословение Аллаха вам, ассаляму алейкум».